Так, хочу я сделать конструкцию, как это водопад, по-моему, она называется, когда перелистываются фотографии. Вот у меня страничка. Делаю я Гарри Поттер альбом. Это вот подложки под 10 на 15. Я просто взяла фотографию и чуть-чуть прибавила по несколько миллиметров с каждой стороны. Вот так. И нарезала подложки. Так, подложек у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 штучек. Ну, думаю, вполне хватит. Вот они вполне хорошо вписываются на страничку. А дальше мне еще понадобится. Так. Сейчас секундочку раскрою. Полосочка. Полосочка. Где-то я ее шириной 1 треть. Ну, я знаю, могу я замерить, если надо. Так, это у меня получается 15,7 на 10,7. Вот так получается, по 2 миллиметра я добавила на подложке. А полосочку я взяла 8. Думаю, хватит мне 8. Можно и шире брать уже, думаю, на 29,5. Но, думаю, подрежется она у меня. Так, теперь нужна доска беговочная. И беговать я буду по половине дюйма. То есть вот мы... Так, сколько нужно? Раз мне пробеговать, по-моему, сколько фото, сколько подложек, да? То есть вот этих полосочек должно быть 5. Я уже, честно сказать, забыла, давно не делала. 2, 3, 4, 5. Так. Угу. Досочку пока в сторону. Вот у меня 5 рис. Так, 1, 2, 3, 4, 5. И мы прогибаем сейчас эти полосочки на себя. Вот так. И палочкой проглаживаем. То есть каждую полосочку... Вот они, картон, наверное, там жесткий, плохо сгибаются, поэтому вот дополнительно еще палочка для беговки, разравниваю. Так, водопад, который называется конструкция, я уже забыл, честно сказать, редко делаем. Так, вот так у меня получилось, то есть на себя вот эту вот я загнула штуку, вот она так, как мостик. И сейчас нужно приклеить сюда вот эти подложечки. Так, только первую, наверное, буду украшать скраб-бумагой, а остальные, наверное, не буду все же украшать. Размещу уголочки. Так, клеечек у меня немножко подсох. Я намазываю одну вот эту вот полосочку пробегованную, первую. Так. И приклеиваю подложку, стараюсь посередине. Да, примерно визуально можно, конечно, расчертить все и размерить. Но я этого не делаю, смотрю визуально. Так, примерно ровненько, да, получилось. Ну, можно тут вот замерить. Здесь у нас 35. И здесь, да, вот это расстояние замеряю. И здесь 37, значит, миллиметр. Сюда надо сдвинуть. Так, вот. Вот первую подложку можно выровнять, прям промерить. А дальше уже по ней приклеивать. Вот главное, чтобы здесь все у нас схватилось. И намазываем следующую нашу полосочку. Так. Подложечку накладываем. Выравниваем по первой. Вот краешки вот эти вот. Вот эти вот краешки, чтобы не выступали. Так. Вообще у меня не сразу эта конструкция получилась. Я делала несколько раз. Потом был мастер-класс с детьми по такой конструкции. Но это было уже где-то, ну, полгода, год назад. Не помню я точно. Вот. Чуть-чуть подзабылось уже все. Так что я сейчас как раз все вспоминаю. Так. Выравниваем. Здесь. Чтобы ничего у нас ни лесенка, ни гармошка, никак. А все ровненько шло. И вот эту полосочку. Следующую полосочку. Вообще сколько угодно можно... И 2, и 3, и 5, и 7. Не знаю, ну, обычно где-то 6. Вот делаю 5-6 подложечек. Ну, я видела, что делают и гораздо больше. Так. Все, вот это приклеили. Должно чуть-чуть схватиться. Дальше что? Вот, смотрите, вот так это все выглядеть будет. Вот сюда я сделаю крафт, вернее, не крафт, а скраб-бумагу на первую подложечку. Остальные черненькие уголки добавлю. Так, так как у меня Гарри Поттер, вот есть у меня такая вот карточка, так сказать, да, я ее наклею. Наверное, я не буду уголки прорезать. Пусть будет как есть, как украшалка. Но при необходимости можно и заклеить фотографии, и будет. Тут чуть-чуть.
чуть-чуть у меня подрезалось, как-то хочется это все убрать. Но карточку это жалко. Бумага американская, дорогущая. Вот, лежала без дела, я вот ее решила уже использовать. И тут вдруг проект попался по случаю СП с Юлией Гончаровой. И, в общем-то, я уже начала, а потом подстраиваюсь под проект. Конструкции мне нравятся, там какие есть и конструкции, и декор, все, только бумага у них, ну, другая, и не как у меня. По-моему, у них от Скрабмани идет волшебник, что-то такое. У меня вот американская. Вот это, ну, она лежит, тем более она там больше 1000 стоила. Неужели буду я ее игнорировать, да? Теперь вот такое дело надо сделать. Вот так вот загибаем мы вверх вот эти полосочки, вот эти наши подложки. И вот так проминаем. Проглаживаем палочкой. Вот этот момент никто нигде не объясняет. И у меня из-за этого не получалось долго эту конструкцию. Может быть, так не делать, но вот именно когда я вот сделала вот этот момент, тогда конструкция стала легко работать. Вот. Так, все, это мы прогнули. Теперь нужен еще будет еще полосочка в ширину нашей странички. Так. Сейчас надо рассчитать так, чтобы... Так, полосочку. Ну, можно ее украсить, может быть, я ее украшу чуть попозже. Надо рассчитать. Вот этот язычок, скорее всего, придется подрезать. Ведь сейчас выступает он у меня за страничку. Так. А вот этот размер, вот эта полосочка, она у меня сколько? 3,5. Вот, мы ее сейчас приклеим. Ну, где-то вот на расстоянии... 3,7 вот я выбрала. Но мне нравится вот здесь расположение. Так, смотрите, где намазываем. Не всю эту полосочку мы мажем. То есть мы размещаем вот конструкцию, как она у нас хорошо размещается здесь по листу. Намазываем где-то только сантиметр от края вот этот вот, вот этот момент. И вот этот момент с двух сторон. Намазываем. Сейчас покажу. То есть не всю полосочку, иначе все приклеить не получится. Вот с двух сторон где-то по сантиметру. Переворачиваем. Здесь у нас все еще лежит все это дело. Подсовываем. Так. И приклеиваем. Еще момент, какой нужно приклеить. Это нижнюю самую подложку. Вот здесь мы тоже намазываем где-то сантиметр. Сантиметр. Так. Вообще, ну, вариантов, как сделать, много. Вот, ну, так вот, у меня были трудности, сколько я не посмотрела мастер-классов. У меня все равно как-то все по-другому немножко. Я дошла к этому. Так, и приклеиваем. Видите, я к этой полосочке вот приклеиваю, вот которую мы только что наклеили. Вот я к ней и приклеиваю. Если вы хотите ее украшать, то затога, конечно, украсить надо. Потом уже, сейчас уже все, мы приклеили. Так, все, это чуть-чуть схватится. И все, так, и все. И все, видите, не схватилось. Сейчас секунду. Чуть-чуть подождать надо, пока схватится хорошенечко. Но вот сейчас я уже не буду так ждать, пока она у меня сама клеится. Так, вот выровнять. Так, ну все, чуть-чуть у меня подсохло. И вот теперь можно юзать. То есть мы дергаем этот язычок, и у нас фотографии перелистываются. Сюда наклеиваются фотки, и они у нас перелистываются. Можно на каждую наклеить подложечку. Просто бумаги, наверное, не хватит. И также на язычок вот здесь можно что-то наклеить, какой-то тейджик. Будет поинтереснее. Вот. Все работает, все несложно.